Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья, с вами канал Чеширский кот и Ёж. И сегодня маленький, коротенький ролик у меня, просто новости. У нас радость. Вы как знаете, что в июне, 2 месяца назад, мы подали документы на карту побыта почты с заказным письмом. Также по почте мы получили сегодня приглашение на встречу с инспектором для снятия отпечатка пальцев, собеседование и получение печати в паспорте. Назначено у нас на 14 августа. То есть в пятницу мы не идем на работу, а едем в Жонт. И говорят, там очень большая очередь, 3 часа. И вот мы будем сидеть в очереди, а потом встретимся с инспектором. И то, что будет, если сам снимать можно, я сниму. А если нет, ну расскажу вам все равно. Конечно, было бы лучше, чтобы снять и показать вам все воочию, все так, как происходит на самом деле. Потому что у нас сам правдивый канал «Чеширский кот и Ёж». Вот, ребят, еще одна новость. Украинцы, ребята, которых привезли агентство к нам сюда, да, жили у нас 4 дня, и потом, как бы, наш работодатель с руководством агенции не сошлись там в условиях в определенных, и они их увезли в другом направлении. Ну, естественно, не на ту работу, куда ехали они, а на какую-то другую. Мы ничего про это не знаем, вот они уехали, и мы теперь опять живем втроем и ждем нашего друга Алекса. Ну все, ребят, времени катастрофически нету, просто я рассказала вам свои новости. О! Новости хорошие. Тебе звонят! Слышите, ежик кричит, кот тебе звонят. Ладно, пойду, пока-пока, с вами был Чешир. Кот тебе звонят!